Привет, всем привет. Привет моим друзьям. Сегодня у нас 4 июля, 23-й город Татарстан. Город Казань. Всем огромный привет. Вот мне пишут, почему не снимаете свои томаты. Какой толк снимать зеленые томаты? Я уж думаю, вот покраснеют они. Буду все снимать. Все убрала, все лишние, все листочки, все срезала. Моя большая ошибка, я очень-очень тесно посадила. Столько было здесь листвы. И вот в этом видео я хочу рассказать, как я формирую вот эти вот высокорослые томаты. Как формирую. Вот формировка — это создание оптимальных условий для роста растений. Во-первых, убирай листья. Мы пасынки тоже лишние. Позволяем глубоко внутрь растениям вот проникать солнышко, свет, чтобы у нас проникал. Это улучшает их общее развитие. Во-вторых, значит, повышается у нас вентиляция. А повышаем мы вентиляцию, мы снижаем развитие всяких различных заболеваний у наших растений. Тем самым вот компактно сформированные растения, оно легче выращивать, и тем более в ограниченном пространстве, и гораздо нам сейчас будет легче вот ухаживать. Я хочу показать вам только некоторые сорта, которые меня удивили, конечно, и порадовали. Вот сейчас я вам покажу. Так, здесь орегано спринт. Один мешок съели, этот вот мешок съели. Этот доедаем. Все, орегано спринт. Так. Это вот сорт «Мамино тепло». Вот такие вот булыжники. Огромные они. «Мамино тепло». Вот, впервые это я выращиваю. Очень хорошо он завязал. Очень меня радует. Еще меня радует вот рубиновые звезды. Рубиновые звезды. Смотрите, вон, прямо огромный, огромный. Видно моя ладонь? Вот, смотрите. Вот, поэтому уж зеленые что снимать? Думаю, чуть покраснеть начнут. Буду все снимать видео. Вот, еще меня хочу вам показать. Вот этот сорт. Очень-очень радует сорт. Вот, это победитель Минусинска. Вот они, видите, они тоже огромные будут. Вот, вяжут они очень хорошо. Это победитель Минусинска. Вот моя ладошка, и вот он во всю ладонь. Вот, впервые я его вот вам очень даже рекомендую. Прям не знаю, как рекомендую. Вот такой сорт победитель Минусинска. Вот. В общем-то, они все у меня. Все, конечно, хорошо все. Любой томат возьми, все хорошо завязывает. Все, вон они все огромные. Так, где у меня от Балуева? Вот этот сорт от Балуева, Минусинский от Балуева. Вот тоже. Ой, он не прямо от земли. Тоже хорошо завязал. Вот, это говядина с куста. Хороший тоже, я его всем рекомендую. Все уж не буду показывать, какие по сортам. Завязи у всех хорошие. Так, хочу вот эту показать, черри. Вот эти какие черрики. Впервые тоже. Черри арфа. Они тоже прям снизу у него там. И до самой макушки. Все, и все, вон. Смотрите, что прям вяжет. Его обязательно будем сажать и на следующий год. А это вот черри тоже, это бендрика. Черри сливки бендрика. Вот желтый, а рядом вот красный. Вот такие сорта. А это вот уже мы все уже снимаем и едим. Все это остатки прежней роскоши. Его, конечно, надо вести в один или два ствола. Он будет крупнее. Вот. Ну, вот так-то у меня неплохо. Я очень-очень рада томатам. Вот все вяжут. Вяжет. Все хорошо. Вяжет. Аккордеон розовый, смотрите.
Что за аккордеон розовый? Я его больше сажать не буду. Мне не понравился аккордеон розовый. Такую красоту больше сажать не будем. То, что не нравится, не будем сажать. А тут черная магия у меня тоже. Видите, все снизу. В общем, у меня все хорошо. Вот карнабель, да? Карнабель. Уж там три семечка сто с лишним стоит. Но вот мне прислали его. Тут какие-то они перцевидные. Внизу какие-то крупные. Интересно. Смотрите, внизу вот такие крупные. Дальше пошли помельче. Ну, может быть, еще будет крупнее будет. Посмотрим, что вырастет. Вот примерно так. Видите? Вот мои томатики. Мои красотульки. Поливаю редко, но метко. Но метко. Это мои цветочки. Мои красотульки. Петунии. Петунии. Это вот какой крупный цветок. Вот сейчас покажу. Это вот тут томаты. Это вот карлики у меня. Гномы, вернее. Грядка. А там все разные тоже сорта. Вот так примерно сад. Наш сад. Здесь вот любим отдыхать. У нас вот виноград вот так растет здесь. С этой стороны виноград. А с этой стороны яблонь идет навстречу винограду. Так интересно. Вот тут любим мы сидеть, отдыхать. Вот тут у нас мангал, шашлыки делать. Люблю гераньки. Тоже разные цвета. Смотрите, какая петунья. Звездная ночь называется. А, звездная ночь. Вот такая красота у меня тут. И начинает клематис уже. Клематис вымахал. Начинает вот цвести. Вон цветочки у него. Вон какие. Цвет красивый. Крупные цветы. Вон крупные. Это клематис. Вот. Здесь у меня вот астрочки высажены. Здесь вот так огурцы растут. 5-6 кустиков. Здесь астры. Вот здесь вдоль забора тоже я томатики посадила. Жируют, вымахали. Вымахали. Жируют. Здесь листочки ничего не обрывала. Вот на улице, да, кистевой, ненусинский кистевой. На улице, пожалуйста, тоже хороший будет урожай. Вот. Малинку. Малинка. Купили вот только. Купили. Такая крупная малинка будет. Но почему-то он карлик, что ли, не в рост не пошел. Только посадили мы их. Вот. Астры будут. Астры будут астры. Столько яблок. Вот. Столько яблок. В этом году очень много яблок. Яблок очень много. Это вот ранний сорт. Можно уже в чай заваривать. Вкусный чай будет. Вон что там. Ух ты, сколько яблок. А тут у меня цветочки мои любимые. Очень красивые петунья. Ну что, прям какие красавицы. Вон там ворота наши, тут гараж. Так, а вот тут смотрите, что творится. Вот орегано спринт. Вот здесь я 2-3 ствола, когда ведешь. Оказывается, они не мелкие. Это мне одна подписчица пишет. А я, говорит, вела в 2-3 ствола. И был, говорит, крупный были. Не очень, говорит, мелкие. Сейчас вот буду снимать.
эти томатики буду снимать. Вот они, видите, как прям груздями. Их уже снимать надо. И я буду брать семена. Всем, кто желает вот этот ранний сорт орегано спринт, угу, пишите, я вам всем вышлю. Вот. Видите, они не очень-то вот такие мелкие. И мелкие, конечно, есть. Сейчас еще не возьмешь никак. Вот, видите? Вот, нормально же. Сейчас я взвешу потом. Я буду брать в них семена, буду показывать, как беру семена. В общем, я его разгружать буду. Вы знаете, кто бы вот не зашел, да, видит, и всем охота. А можно взять? А можно взять? А зачем брать-то? Пусть растет красиво же. У кого вот так в ведре. Вот. В ведре вот так вот краснеют помидоры. Вот так вот я сейчас беру. Уже вон они трескаются. Можно брать во всю семена. И все, вот у них век такой короткий. Орегано спринт рано отдает свои плоды. И этим он и, наверное, ценится. Уж мы здесь снимали, переснимали. Уж сколько мы тут снимали томатов, видимо-невидимо. Полно. Кушаем уже первый томат 30 мая. Сорвали первого. Вот. Килограмм, наверное, есть, если не больше. Пожалуйста, набрала. Сейчас самых отборных выберу и буду с них семена. И все равно этот куст уже все, его можно будет уже выкидывать. А здесь у меня еще сколько полно. Не полно еще. Еще он будет краснеть. А потом все уже он и живет из себя. Вот. Ну, кого вот заинтересует этот орегано спринт, я всем пришлю. И вообще семена, если томатики хорошие будут, все вызреют, конечно, я буду посылать. Уже меня спрашивают, а вы в этом году вводите, а почему не показываете томатики? Начнут краснеть, конечно, все, каждый по сортам все назову, все покажу. Там и вес, и все будет, и результат уже видимо. Но в этом году я очень довольна томатами. Вот так вот. Цены повышать не буду. 30 рублей 10 штук. Как было, грабить народ не надо. И так люди в таких условиях, в магазинах все дорого. Грабить не буду народ. 30 рублей, если только почтовый перевод не подорожает. А так... А я не буду цены. Ну вот. Все это коротенькое видео. На этом я завершаю. Завершаю свое видео. Всем пока. Любви, добра. Спасибо за просмотр. Спасибо, кто смотрит. Пока-пока. Всех вас люблю, уважаю. Хочу взвесить я. Показать вам. Вот. Принесла весы. Хочу взвесить орегано спринт. Орегано спринт, конечно, на вкус, конечно, он на любителя. Он немножко кислит, с кислинкой. А вообще обычный томатный вкус, но чуть кислит. Но во всяком случае лучше, чем магазинные из этого Пятерочки или Магнита. На вкус лучше. Вот, мягенькие. Сейчас вот я взвешу сейчас. Сейчас вот один взвешу. Вот он 63 грамма. 63 грамма. Вот так где-то. Вот 50-60 грамм он. Будем вешать. Вот этот сколько? 85 грамм, пожалуйста. Все-таки я убедилась его в 2-3 стебля вести. Если насадить его полным-полно в саду, вы начнете в мае кушать эти томаты. Вот. Вот, можно уже полностью снимать. Сейчас я его хочу попробовать на вкус.
Сейчас я его помою. Вот один помыть надо. Сейчас помою и на вкус буду пробовать. Вот, помыла. Вот. И сейчас буду я его пробовать на вкус как. Вот на солнышке. Они же все-таки целый день на солнышке. Более-менее он послаще стал. Вкусно. Вот. Пока все. Телефон. В следующих видео будет мой номер телефона, где можно будет заказывать семена. Кого заинтересовали? Орегано Спринт, напоминаю. Орегано Спринт.